Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə qumbara ilə silahlanmış bir nəfər Nazirlər Kabinetinin qarşısına gələrək binanı partlatacağı ilə hədələyib. Hadisə ilə bağlı videonu Korrupsiyaya Dur təşkilatının nümayəndəsi Igor Bandarçuk sosial şəbəkədə paylaşıb. Həmin şəxs artıq saxlanılıb. Bunu Ukrayna Milli Polisinin başçısı Igor Klimenko avqustun 4-də həmin şəxsin saxlanılması ilə bağlı keçirilən əməliyyatdan sonra jurnalistlərə bildirib. Qeyri-standart vəziyyət yaranıb. O, antiterror əməliyyatlarının iştirakçısıdır. İki dəfə yaralanıb. Kəllə beyin travması alıb. Cinayəti həyat şəraiti ilə bağlı törədib, deyə o qeyd edib. Заходи, я её сейчас отпущу. Заходи, Идите, успокойтесь. Не надо. Ставьте. Ставьте на дачу. Я вас прошу, не надо. Мужчина, пожалуйста, успокойтесь. Все. Мужчина, успокойтесь. Все, мужчина. Я живым не уйду отсюда, я сяду на 10. Мужчина. Пошли со мной. Мужчина, мужчина. Уходите отсюда, я вас прошу. Мужчина, пожалуйста, успокойтесь. Успокойтесь. Давайте, все же проблемы можно решить нормально. Да, не знаю, что за хрень происходит? Валентин, это захват здания. Это захват здания. Вы все. А, сотрудники полиции. Тут мужчина с вооружающим видом. Граната. Воевая. Убирайте людей. Убирайте людей. Пистолет не дергай. Я отпущу чеку. Вот чека. Я сопер прошлый. Ты стой здесь. Иди сюда. Убирайте людей. Сложно. Мужчина, заспокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, все проблемы можно вырешить мирным шляхом. Уберите людей с пола, граната боевая. Если не понимаешь, я живу. Все, я живу. Заспокойтесь. Да как вы лучше всех.